Sensation XL – флагман 2011 года от HTC. Большой экран, отличный дизайн, качество исполнения, хорошая начинка и другие плюсы смартфона оставляют его на плаву. Он все еще готов составить конкуренцию современным смартфонам. Устройство в деталях мы рассмотрим далее в обзоре. Несмотря на внушительные размеры, его приятно держать в руке, а алюминиевая задняя крышка добавляет плюсов в тактильных ощущениях. Качество сборки на высоком уровне, зазоры минимальны, скрипов и люфта нет. На лицевой части сверху расположены цветовой индикатор, разговорный динамик, датчики света и приближения, фронтальная камера с разрешением 1,3 мегапикселя. Снизу 4 сенсорные клавиши «Домой», «Меню», «Назад» и «Поиск». В смартфоне установлен TFT-дисплей разрешением 800 на 480 точек. Для такого разрешения у него внушительная диагональ 4,7 дюйма. Для чтения и частого просмотра интернет-страничек не лучший выбор, зато для игр и кино подходит отлично. Под задней крышкой есть отсек для сим-карты и съемный аккумулятор емкостью 1600 мАч. Аккумулятора хватает на сутки активного использования. Sensation XL используется процессор Qualcomm с частотой 1,5 ГГц, 3D-ускоритель Adreno 205. Оперативной памяти здесь ровно 768 МБ. Этой производительности хватает для беспроблемной и комфортной работы устройства в большинстве ситуаций. Объем встроенной памяти составляет 16 ГБ. Конечно, не радует отсутствие слота под карту памяти, впрочем, и встроенной памяти достаточно, если вы не собираетесь коллекционировать фильмы на устройстве. Поддерживаются все основные виды коммуникаций – Bluetooth, Wi-Fi с поддержкой DLNA для передачи фото и видео на совместимые ЖК-телевизоры. К тому же есть функция Wi-Fi роутера, она позволяет раздавать мобильный интернет на другие устройства. Смартфон работает под управлением Android версии 2.3, используется фирменный интерфейс HTC Sense, который так полюбился многим пользователям. Действительно, все выглядит очень красиво, при этом удобно и просто. Скорость работы высокая, подтормаживание не наблюдается. Набор предустановленного софта типичный для смартфонов HTC. То, чего не хватает, можно найти в магазине Google Play. Здесь есть огромное количество приложений и игр, плюс клиенты социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм. Стандартный видеоплеер легко справляется с роликами, вплоть до HD-разрешения. Для просмотра неконвертированного видео рекомендуем установить бесплатный MX-плеер из магазина Google Play. Главная особенность Sensation XL — это его музыкальные возможности. Здесь есть удобный функциональный плеер с поддержкой большинства форматов. Отдельно выделим технологию Beats Audio, которая делает звук ярче и динамичней. Есть и минус. Эта модель комплектовалась наушниками Monster Beats лишь в самом начале, так что рекомендуем приобрести к смартфону качественные наушники. Камера имеет разрешение 8 мегапикселей, оснащена двойной светодиодной вспышкой и автофокусом. Имеется множество настроек. Качество снимков хорошее. Видео снимает в разрешении 1280 на 720 точек. Смартфон ориентирован в основном на ценителей качественного портативного звука, но и с другими задачами справляется на отлично. Все это вкупе с очень привлекательной ценой делают Sensation XL отличной покупкой. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же можно найти специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Всегда будем рады ответить на ваши вопросы.